Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Алиенору Аквитанскую в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Кроме того, напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Потерял прачника благодаря ему. Да, Франция мне не нравится. Военную традицию не ускорил. Ну, сейчас я медленно сейчас поселенцы строю. Блин, проблема в том, что мне нужна трудовую повинность открывать в начале. И отложим, наверное, пока строительство поселенца. Давайте еще одну галеру. В любом случае это ускорение будет. Строитель мне сначала нужен, потом поселенец. Тут пойдем обрабатывать поля. Поля, пастбище мне нужно, чтобы культуру получать. Так я тебе подумал, что может я зря так вот прям спешил с этим городом. Так, давайте скупы дружить теперь. Well, I didn't know where are you, so now I see. Well, I was gonna settle where Newcastle upon Tyne was. Yep. I am probably gonna kill the vent. Oh, okay. Just to keep some loyalty up over there. But we can brand for them now. Ну, Маури говорит, что она убьет мне этот город. Видимо, надо больше трирем. Давайте глянем, какие способности у Маури в этом моде. You look like a male. With a woman voice. А, у нее уже сразу есть мореходство и судостроение. Плюс один к производству от лесов и тропических лесов без улучшений. Ну... А, она все-таки приняла дружбу. Ну ладно, тогда. Friendly? Of course. Not. Heard that before, Jessica. Да, не выходим мы. Jessica, usually don't kill people early. Yes, exactly. Не выходим мы в золотой век. Yeah, kill people with junk, until maybe turn 60 or turn 70. Yeah, exactly. If I'm in the easier, turn 60. Навигацию по звездам открыли. No, давайте уже горное дело, что ли, откроем. Yes, I can just tag them to death. Come here and we're gonna talk psychology. Два хода, видите, мне. А у меня только один ход есть. На то, чтобы можно было бы построить. Маскат встретил. Here we go again. Будь здорово. Лагерь варваров. Так вот разговаривай с людьми, с французом, говорю, нужен мне этот лагерь, он сразу его выкупил просто. Is that a scouting builder, Jessica, or are you donating it to me? It's a scouting builder. Alright. You can have it in a couple of turns. Так, давайте посмотрим, где тут проплыва. I mean, it's only got one charge on.
Район надо специализированный построить, то есть мы вот сюда ставим после... That's true, yeah. Let me look one more turn next turn and then take it off me. Yeah, sure. Love it. Трудовую повинность ускорить для того, чтобы поменять здесь на... InterQ, Research Alliance. Поменять research на производство поселенцев. И мне бы, конечно, с Маури лучше, на самом деле, альянситься, даже несмотря на то, что француз что-то делал, потому что у нас куча бабла будет за счет приморских городов, когда мы будем караваны посылать. К друг дружке. Ну, у француза тут куча территорий, где селиться. То есть, если он будет сейчас в мою сторону где-то сюда города ставить, то это просто будет конкретно недружественный акт означать. Блин, я бы хотел этого торговца выкупить вообще. Будет, возможно, интересно. Ну, вот и нормальный век. А все остальные в золотой вышли, блин. Так, мне надо монументальность ставить. Тут рабочий под Магнусом. Есть. Надо вырубать. Трудовая повинность... Открыто. Все, значит, меняем. Так, прокачиваем Магнуса на то, чтобы поселенцы не убирали жителей. И тут меняем, во-первых, 50% к созданию поселенцев. Во-вторых, вот содержание юнит. Все, минус 2 пока идет. Может оставить галеры? Пока. But to the coast, don't go to the... Oh, yeah, yeah, I've больше... got it done, no. Ну, мне вообще прачника одного тоже надо, ладно. The only inland I'm gonna do is next to the fence. Next to what? Levanta. And then one above Lisbon, and that'll be me. Over there, that one, that over there. Craver, you need open borders? Oh yeah. I'll предложу открытые границы. I think we are too far to get war to each other. Yeah. Unless you kill Australia. We've got Australia as a buffer. And I'm not killing the guy with 240 military. Уникальный район. Бонус стремления. Ну, мне тут, конечно, рыбу надо вырубать. К сожалению. Yep. I think we gonna have very good... Aliens. Yeah. By the way, yeah. Jessica, do you want the defensive tactics boost? Yeah, go on then. All right, can you move the builder? Can you move the builder like on the rice style or the cigarettes? Because I can't move on the. Outrageous! Right. Can't believe you declared war. Oh no! Кто там шумер объявил войну Маури? Ну это просто. Там, видимо, может, ему не нравится, что он где-то плавает. Рабочего захватило. Oh, yeah, sure, I want. And don't look at mine. Ignore. Так, оно... А, я не могу тропические леса вырубать, блин. Для этого обработку бронзы надо открыть. Кстати, надо открыть. Well, when I get extra let's immunity. Trade. I it's looks like trade at the
But when I do, you can have them. That's how friendship works. Okay. It looks like demand. No, it's friendship. Spice mice flow. Three that you don't need. I just need one. It seems that. Big and fat. Потом, кстати, с кем поторговать-то? Ни у кого ничего нету, между прочим. Так, пошли. Оливки обработаем, а вот здесь надо бы... Вообще, давайте, наверное, спустимся сюда, уберем рыбу. О, у нас тут... Варвар прибыл с недружественным визитом. Так, я тут построю пращника, потом опять поселенца. Ну вот, Маури, видите... Приплыли, в общем-то, нормально встали. Мне, например, они не мешают. Амбар завершен. Ну, тут, конечно, верфи надо везде строить, но так как... Мне еще надо рыбу отсюда убрать. Давайте, наверное, я тут лучше пращника сделаю. Блин, что-то я стал не успевать ходить, это плохо. Не хватает купить этого. Да может мне Маури... Нету у него денег. У нее... Бразильца. Какие-нибудь вообще деньги есть? 70. Да. Ни у кого. Так, тут я хочу город сюда поставить, как раз с лагерем варваров рядом. Так, здесь можно один ход как раз подержать. Ничего не произойдет. Держим один ход. Тут поселенца строим. Может купить... А, маяк дороговато. А, ну маяк надо будет построить. Блин, а где шумеры? А, ну вон я вижу один город уже шумеры. Чё-то прокачано уже на чём-то галерка куповская. Ну я пока плана на игру не вижу, мне бы хотелось убить француза за то, что он козёль. Но идти в наземные юниты тоже неохота. Вообще. Плюс 2 влияния. Производство ставим. И тут, наверное, уберем. Например, все-таки содержание юнитов. Минус 2.
Остальное против варваров. Ну, вообще, давайте против варваров. У меня там будет действительно лагерь. Так, значит, убираем рыбу. Верфи королевского флота. Ну, это уникальный район. Английский. Причем он очень неплохой. Он быстро строится. Это все. Караваны в будущем. И к этому лагерю. Блин, у нее и там стоит флот. И квадриремы. С кем она воюет? Anyone met a sea state? To the left. Она воюет с шумером. А ну ж, она на шумера не будет нападать, потому что он фиг знает где. In the queue, вот где. Selling resources to you 25 gold. Так, понятно. Политическую философию okay, открыли. Обработку бронзы отложить. Yeah, right now, well... Я вообще хоть одного варвара убил. Right now I need I don't have any income. Minus. That's probably because you have 300 military spent. Wouldn't you agree? When people asking you gold, send them ASAP or reject it. I can't even buy a worker. I did accept. Дебильный торговец. Ну, зато неплохой генерал. Храм Артемиды кто закончил? No, I'm getting almost 18 gold a turn. 18, okay. Бразилец. I'm getting... Minus. Not 18, but... Торговать не с кем вообще ресурсами. I'm trying to. Так, этот город буду сюда ставить. Да. Как мне этого мне торговца говорят? Смотрите, он, по-моему, веру дает, да? А, копию редкого ресурса. А, ну это хорошая штука. Его можно отправить вон, на табак, например. Да и на вино можно отправить. Давайте сразу на вино отправим, пускай будет. Так, а этого парня на разведку. Can there be friends between us? I have two friends. Can we be friends between us? Hi. Блин, мне не нравится, что она строит кучу морских юнитов. I said like peace. First you make peace, then you make peace. Везде маяки. Ну, для караванов. Ну, в принципе, у нее две квадриремы, две галеры. Не то чтобы прям страшно. Так, это я кого встретил? Голландию, да?
Какая-то вытянутая, похоже, Пангея. Скорее. Ага, прокола тут нету. Очень жаль. Oh, Jessica. You arrive here. Oh, I've been there for quite some time. Oh, hello. There's a wonder there and a wonder south of that. Wow. Чудо света она не строит. So, no, по ресурсам никто ни у кого торговать невозможно. Oh, really? Yeah, no candy, no. Давайте судостроение откроем. South, блин, нет, давайте я уже открою обработку бронзы. Yeah, судостроение построим колосс. I am a little good kid. Oh, he's so cute. Can we keep him? Yeah, there's like a one-tail pop. Can we keep him? Can we keep him? Four more city states to meet down, Sam. We can keep him if we castrate him. Yeah, that sounds fair. Mm-hmm. I don't think anybody's castrating, what's that? That probe was mine. Sorry? Which pup is your? No, it was Toshin. Not you. But it doesn't matter. It's fine. Ну этот лагерь я так заберу. Просто я поставлю город здесь, и лагерь моим станет. Другое дело, что с варварами надо бы разобраться. Так, где железо? Блин, железо. Я треугольничек не смогу здесь сделать. Ай-яй-яй. Ладно. О, Jessica. Five envoy in the motto. Oh my god, well, shut up! Shut! Osme, if I was so nice, I told you about these city stairs. Guys, anyone back. Want to buy a relic? I'll take it. Go and... Франция вливает в Валету, а во Франции вообще есть военные лагеря? А чё он туда вливает так? Osme, there's a hut there. Нету. Yeah, I can't get it. And my skull is gonna kill by a spearman. Это странно. There's like six huts down there, to be fair, but I've lost so many units. I'm trying to kill all the bombs, but quite a few can. Это странно, что он туда так. Конечно, он может быть первым встретил, а потом три задания выполнил. But all the land. Тем не менее, все равно это странно. My, but all the land up from there, free for you. Oh, he didn't kill me. Yay! Так. But I run into another pups. Блин, меня могут проатаковать. Этот, и шумер проатаковать и забрать поселенца моего. Нет, он ушел. Можно не беспокоиться. Опа. А тут шумер ведет город. Ставить куда-то. Мне не нравится, что он ведет город ставить. Good for them. What are you saying? Are you sharing your wife? With Mip? With Requiem. Да, у Шумера дофига должно быть науки благодаря его уникальному этому. Ла-ла-ла. Кажется, у Маори должны быть проблемы в будущем по развитию, потому что не очень тут
места. Я еще и вот это забрал. Получается. Маскат и Лиссабон всадников хотят. Кстати. А, как я их создал? У меня нету... Блин, у меня нету лошадей. Ну, будет. Сейчас город поставлю и будет. Что я тут? Раньше времени. Так. Давайте дальше поселенцев строить. С другой стороны, а куда мне... Ну, тут я город поставлю, сейчас и тут город поставлю. А куда мне еще город ставить? Все. I'm done there now, ну, не должны они убить. Хотя он проатакует, про... Блин, могут... Может, варвар реально... Не, фу. Фу. Вот реально, если бы не уходил... Не уходил шумер, шумер мог бы меня... Моего посела забрать. Babylon is going to die. There is Babylon. Пять городов. Dead. Did you kill Babylon? No, no, no. Egypt did. Idiot. Germany. Так. Take it. Why? Oh, Germany take it? I thought Egypt. You are attacking. Мне кажется, Лиссабон будет захвачен Маури. Поэтому, наверное... Sorry, don't accept, don't accept. Давайте, наверное, только в Маскат отправлю. Почему тут дорога не прокладывается? Ну, это... Ocean not is if Ocean's listening. Wreck, are you killing any of those dogs? Or can I put envoys in any? No, no, no. I did kill last year. Then. Oh. Why do three city states want me to build an entertainment complex? Maybe you go to Colosseum. Вавилон будет тут город ставить. Так, мне надо добивать копье, прокачивать луки. Вообще, я бы, наверное, шумел. Clever, are you here? Yeah, I'm here. Ocean, are you here? Did Ocean die first? No, Ocean is still here. He's alive. Ocean got here around in that game. No, last game. Last yeah, game. Yeah, we're talking about that last game. Oh, he got irrelevancible? Yeah, he lost 2/3 of his city. Clever, which one you die? Which place you die? I'm doing report. I think three players either died or read before me. Wait, okay, wait, Morningstar left, yes? Swanee, Indonesia, and Ocean. Oh, Swanee, wait, what was Morningstar playing? He was Indo, but he just left and did it. Indonesia? Yeah, так, что нам делать с городами? Can you help me with the report? Can you help me with the report? I'm kind of busy playing a game right now. Okay, I will do it myself. I will send you ну, check. То есть, походу, вот это последний город, который я могу ставить. Yeah, that's good, okay. Иначе все остальное просто офигительно. Офигительно по лояльности меня. Why don't you just я проседаю. Are you deaf? Ocean?
Do you want me to re-lobby? I have 3 friendships now. No, just let whichever one go. I didn't mind. Just let one run out. I did send in friendship, but then you heard me. Yeah. I know, but you need to cancel it in future. Interkill, it's on you to cancel it. So you just send him any deal. We'll cancel the friendship deal, and then you can cancel that. Yeah. Don't re-lobby, please. Они хотят проголосовать, типа, потому что один человек, ну, по правилам, только 2 дружбы можно заключать. Мы там Занзибар встретили. Вот в Занзибар можно отправить, кстати, его, наверное, вряд ли быстро могут захватить, пока у меня есть эта карточка на плюс 1, что он хочет вдохновение для теологии. Это я не смогу сделать. Ой. Ну, Лавенту захватили. Ну, это понятно. И, ну, то есть, Купе это надо делать, и Лиссабон, похоже, она будет захватывать тоже. Поэтому я и не хочу туда послов отправить. А, подождите, в этой игре может только один город захватить. Только один захватить, а остальные города-государства надо сжигать. Блин, может тогда и в Лиссабон надо было отправить. Yo, Clever, who was on Japan, do you remember? Simon. Did he irrelevancy? Yeah, he got it real when we had to do the relationship. He left first, yes? He left first or not? Так, исследуем тут, ну он... Так, влазит ли у меня вообще тут город еще? Все, уже не... Так, имеются проблемки. То есть я лишнего поселенца построил, получается. Давайте я тут куплю строителя. Jessica, can you rush Sybil? Yeah. He can have him 4. How are you? Can't rush that far. 6. Okay, do innate. So I do feudalism. Okay? Okay. 8. Who is MIP? Мне нужно лошадей обработать и... Yes. Почему нет, дофига железа с другой стороны? You know, you see Fortaleza, the city you founded. Can we make that as border? You take Fortaleza and left to ocean and north. Yeah, I'm not going further south. You don't go south. Почему с парами? Ну, у Франции, у Австралии. Ну, у Франции не сказал бы, что это так много прям. Так, это мне тут варвар моего плотоводца проатаковал. Ну тут все примерно понятно. Позволяет юнитам грузиться на корабли, квадрирем и колосс. Давайте стрельбу из лука. Не, давайте во всадников. Не, да там города государства просят. Колосс 15, а здесь колосс 10. Надо театралки строить. Еще проблема, видите, я не могу. Может, оракул поставить и рядом тогда театралку.
Блин, ну я по науке, конечно, буду сейчас серьезно проседать. Правительственную площадь надо где-то сообразить. Все-таки кампус тогда сделать. Yeah, but I got 34 only. I just bought a worker. И у всех уже у Голландии 68. Даже больше, чем у Шумера. Отсюда. Ну что, дружить с Шумером? Я бы дружил с Шумером на самом деле. Блин, он уже с Францией дружит. Ну чё, нахрена ты дружишь с Францией? Нафига тебе Франция вообще? Француз, кстати, в три города так и играет. Блин, может все-таки его захватить тогда попробовать? Ну, в три города это нереально играть, он как-то не особо стремится расселяться. Так, тут меняем на плюс 2 к влиянию. Поселенцев тоже можно убирать, и против варваров тоже можно убирать. Создание строителей. Поставим. Блин. Были бы хоть какие-то города у француза на море? Я просто боюсь, что маури мне вынесут соседи. Хотя, ну, с другой стороны, тут как бы совсем уж близко никого нету, только вот француз. И реально проверишь, он в три города. Нет, четыре, где-то четвертый. Где-то Нант у него стоит. А где? Тут вот, что ли, где? Вот не вижу, ну, тут вроде нету границ, я не... Опять же, не могу понять. Просто объединим. Так, а куда мне уже этот посел все идет? Мне уже его некуда селить. Мне надо, видимо, открывать возможность плавать и там смотреть. Не факт. Тут, понимаете, с французом воевать очень тяжело здесь будет. Просто очень тяжело. Было, наверное, на чудеса поставить. Надо вырубать эти тропические леса под Магнусом на... Как раз... Надо было вырубать, в смысле, на... Как раз... Оракул, чтоб построился. Озеро. Ну здесь вот что, Австралия в три города, что ли, играет? Давайте глянем. Четыре города. Так, а поторговать ресурсами? Алмазы.
у Голландии. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!